Ну что, вот такая палубочка вышла в два ряда кирпича. Ага, пол уже положил сверху защиту. Ну, мы пока про палубку. О, hello, пол. Не успел я вчера выложить опалубку из кирпича. А сегодня уже какая стеночка. Короче, на что хватило досок. Дров у пола не хватило. Осталось немножко. Ну, в принципе, уже вырисовывается. Пока эти балки две закрепили, чуть с ума не сошли. Надо же под углом хотели сделать, но сделали как надо. Ну, такой себе сарай получается. Это еще все закроется. Да. Крышу мы залепили. Не хватило пол немного. А потом уже разбирают. И снизу гидроизоляции забыли.